Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня, 5 июня, День эколога, мы обращаемся к вам. Свердловская область признана худшим регионом России по экологическому состоянию. Безусловно, это плата за мощнейший промышленный потенциал Среднего Урала. Однако вред экологии региона наносят не только промышленные предприятия. Ежегодно в городах области уничтожают лесные массивы, застраиваются парки и рощи. Мы, защитники Березовой рощи, уже несколько месяцев пытаемся спасти лесной массив в академическом районе города Екатеринбурга. В начале года крупный застройщик «Атомстройкомплекс» выиграл сомнительный конкурс, проводимый АО «Дом РФ». Сразу после этого была вырублена часть рощи, а площадка огорожена. Администрация Екатеринбурга подтвердила, что уничтожение рощи и последующая стройка незаконны, поскольку не соответствуют генеральному плану города. Несмотря на многочисленные обращения, многие надзорные органы до сих пор не отреагировали на проблему, а иные присылают отписки, содержащие откровенную ложь. Мы просим вас, Владимир Владимирович, помочь разобраться с данной проблемой и защитить экологическое состояние города Екатеринбурга и всей Свердловской области. Ведь именно на взаимодействии обычных людей и власти строится настоящее гражданское общество.